Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как избавиться моментально от мышей? Я расскажу про два различных способа. Первый способ, как избавиться с помощью одного средства, это чтобы их моментально отравить. Другое средство у нас идет, отпугивающее самое лучшее средство. Хочу сказать, что у кого есть домашние животные, вот, к примеру, у нас мейн-кун, британец, не все породистые коты ловят мышей, это многие знают. Поэтому, как же быть, если мышей много, и ваш кот или кошка не ловит, и чтобы не травить отравой и не рисковать домашним животным. Для этого есть такие вот средства, чтобы не покупали вы отраву. В общем, берем, это обычно традиционно борная кислота, один к одному размешивается с тестом, либо варится желток яичный, ну, обычный куриный, тоже один к одному. Как обычно, вы травите тараканов, муравьев, и таким способом с борной кислотой, борная кислота в аптеке продается, размешиваем все, мешаем и уже в норы, в общем, засовываем. После того, как мышь съест, ее в течение нескольких минут парализует, и она погибает. Что касается отпугивающего средства. Отпугивающее средство у нас это самое лучшее, это идет березовый деготь. Березовый деготь это самое наилучшее отпугивающее средство, что ни на есть. В общем, ложим в тех местах, где у нас мыши бегают. И все. И все мыши убегут в соседний дом, уверяю вас. Через дорогу, как минимум. Подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.